Я работаю в институте уже 59 лет. Занимаюсь селекцией яблони все время. Создано сейчас и районировано уже 48 сортов яблонь. Несколько разделов, в том числе раздел «Селекция колоновидных сортов яблони». Вот мы стоим у яблони, который третий год после окулировки. Окулировка здесь проводилась. Это наши сорта колоновидные, которые отличаются хорошим вкусом и размером. Мы совершенствуем способы выращивания колоновидных сортов. Учитывая, что одним из больших недостатков является то, что колоновидные сорта требуют большого количества материала посадочного на единицу площади, до 20-25 тысяч растений на гектаре, то посадочный материал очень дорого обходится. Поэтому мы предложили такой способ, несколько вариантов, но лучший вариант для садовода-любителей, значит, он высаживает дерево, двухлетний саженец, прививает вначале на подвой, а в качестве подвоя любой сеянец, и окулируем в этот же год, год посадки, окулируем вот места окулировки, в каждую ветку глазок. Получается на дереве, вот сколько там посчитаем, 3, 4, 5, 6, 7 веток. И получается вертикальных веток столько же, сколько на том дереве. Эти сорта зимнего созревания. Здесь наши сорта «Приокская», «Поэзия», «Восторг» вот, и ряд других сортов. Плоды, как вы видите, эти будут 150-170 граммов. Они сейчас уже больше 120 граммов, а будут 150-170. Они зимнего, не позднезимнего, а зимнего, то есть январь до середины февраля могут находиться в хранении. Вкусовые качества мы очень занижаем, могут быть даже отметки, но ставим 4,3. У нас 4,8 вообще не бывает на дегустациях. Поэтому, значит, когда сравниваем с другими, кто ставит 4,5, 4,6, вот примерно. Но мы не хотим, так сказать, потому что всегда должно быть перспектива для развития. Срок жизни такого дерева, как все на карликом даже подвое, это не больше 15 лет. А дальше идет смена. То есть перспективы для того, чтобы появились новые сорта, можно новые сорта сделать.